Как вы относитесь к интимной жизни человека? Любой духовный путь человека, он не может быть легким. Любой духовный путь человека, он должен быть сложным. Также я отношусь и к интимной жизни. Если интимная жизнь достигается легко, то это плохой путь. Это путь разрушения человека. Я противник легкого интима. Это бездуховно. В случае, если он нелегкодоступный, в случае, если человек усилия прикладывает к этому, то это путь развития духовности. Именно поэтому я не противник этого, я противник легкого пути интима. Я за то, чтобы это было или это достигалось не с легкостью. Легко это только у собачек и кошек. А люди — это духовные существа. У людей это должно быть с элементом духовности. То есть это ухаживание, это сложности, которые возникают между мужчиной и женщиной. Это вот такой путь. Не должна быть семья создана с абсолютной легкостью. Вообще, почему Бог устроил так людей, что людям тяжело встречаться, тяжело общаться, тяжело создавать семьи? Это связано с тем, чтобы человек ценил то, что он имеет. А не находил. Если бы это было более легко, то это ничего бы не стоило. То есть, а из-за того, что это сложно, нужно к этому так и подходить. Нужно это ценить, нужно это оберегать. Это непростое украшение двух сердец, оно решение или лишение, обручальное кольцо.